Катание с ледяной горки, елка, подарки. Для большинства из нас самые яркие впечатления о детстве связаны со встречей Нового года. А что у взрослых всплывает в голове, когда им говорят «встреча 2024-го»? С таким вопросом мы вышли на Одинцовскую улицу. В этом году мы выступали первый раз на танцах. У нас мы ходим на кружок. Вот, и первый раз у нас новогодний концерт был замечательный у дочки. Я сходила, получила положительные эмоции. Самое приятное воспоминание 2024 года – это то, что мы сами с Донбасса. Приехали, повидали столицу. Мы здесь, в принципе, давно уже, с 2014 года. Но еще раз, каток, Красная площадь, парк Горького, все достопримечательности. Очень понравилось, все классно. Ну, для меня одним из самых приятных событий было то, что я встретилась со многими своими родственниками, которых очень давно не видела. То есть это было самым приятным. Также новогодний стол был очень, да, приятный, красивый, все было. Вероятно, как мы с другом ходили, людям конфеты раздавали, шапочки такой новогодний. С близкими мы зажигали салюты, пускали хлопушки, снеговиков купили вместе всей семьей. Еще у нас появилась собака. Вот это, наверное, самое запоминаемое событие этого года. Вот теперь мы с ней гуляем. Тимур Гайсин, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцово».